Приветствую вас, и, конечно же, самый вероятный мотив мужчины делать вам комплименты — это желание вас вернуть. Но, вы знаете, лично мне кажется, что не стоит однозначно говорить о том, что вы вновь стали дороги своему молодому человеку, своему мужу. Дело в том, что у него ведь были какие-то мотивы для того, чтобы от вас уйти. И в первую очередь вам нужно для себя хотя бы через диалог с ним уточнить, эти мотивы еще остались или они потеряли свою актуальность для вашего мужа. Если мотивы остались, а человек при этом делает вам такого рода комплименты и ведет себя так, значит, он что-то от вас хочет, что-то ему нужно. И вряд ли это имеет, знаете, какое-то отношение к тому, чего вы бы хотели для себя. То есть здесь момент именно заинтересованности. Заинтересован ли он в том, чтобы быть, например, с вами? Заинтересован ли он в том, например, чтобы делать вам комплименты, ну и так далее. Это важный аспект. Дальше. Если ваш муж, по вашему мнению, на данный момент потерял вам мотивы для того, чтобы не быть с вами, и вы видите, что он, в общем-то, хочет вас вернуть, вы видите, что вы интересуете его по-прежнему, то в таком случае наиболее правильный вариант — это откровенно с ним поговорить. То есть спросите его прямо, зачем он делает те вещи, зачем он поступает так, как поступает, чего он хочет, зачем он так делает. Вам это нужно для того, чтобы для себя хотя бы понимать, что ждать от человека, что ожидать от него. И пока вы не поговорите с ним откровенно, нельзя утверждать наверняка, что он хочет. Одно можно совершенно точно сказать. Это то, что он не делает каких-то вещей по привычке. Он не называет вас так просто потому, что привык. И именно в силу того, что вы какое-то время не общались. Если бы вы общались, тогда можно говорить о том, что да, он по привычке вас там как-то называет и так далее. Но, тем не менее, если такого не было раньше, значит, что-то у него изменилось. И вот что изменилось, можете, к сожалению, знать только вы. Поэтому я думаю, что вам нужно
во-первых, проанализировать, что произошло у мужа за время, пока вы не были вместе. И если у него нету больше внешних причин быть не с вами, то откровенно с ним поговорить. Я думаю, что это самое лучшее решение вашей проблемы. Ну и не думайте, пожалуйста, что он это делает по привычке. По привычке он, знаете, не стал бы с вами не общаться какое-то время. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.